Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Fallout 4. Ну что ж, дамы и господа, в прошлой серии... Не понял, кто-то уже здесь, что ли? Они пробрались сюда? Да нет, ты меня обманываешь. Они же ниже там ходят. В прошлой серии мы познакомились с тем парнем, который воровал припасы и притаскивал их сюда, чтобы скормить гулям, и это, по-моему, он сделал нифига неправильно. Так что давайте быстренько сейчас взломаем терминальчик, почитаем, что пишет, а потом пойдем и эти гули всех вынесем к чертям собачьим. Poisonous. Сходство 2. Это может быть все, что угодно. Но может быть это все-таки Decisions. Сходство 4. Видишь, очень похоже на правду. Decisions, customers. Нет. Doctrines. D подходит, C подходит. I подходит, S подходит. Doctrines. Отлично. Добро пожаловать, пользователи управления протектроном. Активируйте единицу, пожалуйста. Спасибо. Теперь поединуйте гули сам уничтожить. Так-то говорит. Ха. Он еще и не один, вот к тому же. Вообще прекрасно. Вот и чудненько. Вся работа будет выполнена без меня. Давайте просто понаблюдаем шоу. Может даже пушку убрать, чтобы лучше смотрелось. Внимание, граждане, можете сейчас к своим обычным делам. То есть все, по идее. Уничтожил. Хорошо. Тут дофига у нас есть готовых завтраков, макаронов с сыром и прочего всего такого, но я это все не ем, уж понимаете, я ем только... Только более вкусные вещи. Типа рад тараканов, рад скорпионов, там и прочее такого. Так, ну травму пойдем схуем, обязательно залутаем. Сначала долутаем до конца здесь все. Щетка для волос, так, всякая фигня, кофейники. И проще бесполезный хлам. Зубная щетка. Ваза. Оттуда мы уже пришли. Блин, у меня перегруз, я не знаю, что с этим делать, потому что Кейт, сволочь, тоже ничего не таскает, отказывается. Сундучок. Заряд плазмы 14, винт. Дальше. Оптический фотонный плазменный карабин. Слушай, я возьму. Хоть и перегруз, но штука-то, по-моему, интересная, поэтому я возьму. Так, изолента, отвертка мне не нужна. И там, соответственно, лифт на выход. Хорошо, все, понял. Тогда погнали вниз, сходим. Так, крышка изолента военного образца. Крышка чудо-клей, хорошо. Крышка. Блин, чтоб такое принять бы еще, что силу дает. Давайте посмотрим. Сила 1. Маловато будет. Надо сила 2. Давайте поищем просто тупо, что дает силу 2. Может, что-нибудь такое найдем и примем. Ну вот сила 5, конечно, есть, но это пока не будем. Сопротивление урону. И все на этом, короче. Жаль, очень жаль. Интеллект восприятия. Бобровская брашка. Блин. Че б-то такого выкинуть-то, а? Даже и не знаю. Так-то все нужно. Вот эту штуку можно выбросить. В принципе, но меня не спасет это. Нифига. Осколочная мина весит фигню. Плазменные мины тоже весят фигню. Вот это, по идее, можно скинуть, она дофига весит. Да, давай, наверное, так и поступим. И хрен с ней, с пусковой остановкой. Если что, поднимемся и заберем ее. Точнее, спустимся, наоборот. Так, хорошо, кисть, зубная щетка, неинтересно. Ох, ни хрена, Кейт, ты там решила огоньку добавить. Так, это неплохо.
Вот это типа жесткий. Да, слышу, он реально жесткий, он взрыв протектрона. Воу-воу-воу. Полегче, родной. Крит, пожалуйста, спасибо. Стопы, родной, притормози. Не спеши. Сдох таки. Хорошо, выполнено. Убить всех гулей. Отлично. Просто прекрасно, друзья. Блин, теперь снова хлутать, потому что тут уже не фиг вспомнишь, где тут был мертвый какой, а какой новый появился. Крышка. Зажигалка, крышка. Нормально полез крови, двойные деньги, хорошо. Но протектронов, конечно, они вышибают просто дерьмо из них на раз-два. Это удивительно. Просто удивительно. Дверь заперта легкий, давай пробуем взломать. Какие проблемы? Готово. Там, правда, было открыто, поэтому вообще того не стоило. Потом вернемся сюда, подожди, давай посмотрим сейчас с другой стороны, что у нас тут. Какой-то был газ, или хрена, куда она попала тут, что здесь так бомбануло жестко. Так, ну вроде как тут ничего интересного. Да, ладно, с той стороны по-любому поинтереснее будет. Давай посмотрим, что мы тут имеем. Так, скипидар, пустая масленка, всякие шестеренки, концы вала и прочая всякая фигня непонятная. А вот сейф средний уже более интересно. Даже не нащупал, надо же. Готово. Антирадин, изолента, импульсная граната, криамина, кровяной мешок, медикс, все заберем. В хозяйстве пригодится абсолютно все. Так, будильники, пепельницы, всякий хлам нам не нужен. Смотрим остальные стеллажи, ничего ли мы тут не упустили из виду. Всякие там фланцы и прочее. Вроде как нет, вроде как ничего не упустили. Паяльная лампа, но пускай полежит здесь пока. Ну да, кажется, все. Ну и, собственно, тупик на этом. Так что пора идти отчитываться. Как вот там? Пилот. Черный пилот, да. Черного пилота. Ну, еще можно сказать, капитан Негр про него тоже нормальная кличка. Но он будет черным пилотом. Поехали. Подъем наверх. Нижний уровень. Угу. Тут-то было. Не все так просто, как кажется. Как ты сюда пришел, так ты отсюда должен уходить. Так, ну и? Давай, родная, грузись. О, смотри-ка, где... А, все правильно, да. Так мы сюда и пришли. Все правильно. Так, ну хорошо, теперь это все обогнуть с той стороны, и там будет дверь, куда можно будет войти. Угу. Прекрасно. Военная база у вас крутая, никто сюда войти не может. Пфф, вон, просто пробежал бегом. Понимаешь, бегом пробежал. Где мой винтакрил? Хотя нафиг мне он нужен, давай сразу на Приден просто и все. Мне же все равно карту на Приден нужно, правильно? Похолодело, да. Ну вот, давай тогда переместимся, потому что винтокрылы эти еще искать, бегать. Проще так телепортнуться туда. А там уже пойти и доложиться черному капитану. Черному пилоту. Так, родной. Алиоп. Через лысенького. Здорово. Вот и я. Со мной только что связался сержант Гэвилл. Послушник Кларк во всем признался. Полагаю, благодарить за это нужно именно тебя. Кларка взяли под стражу и отправил отряд защитить развалины. Все закончилось как нельзя лучше. Прими крышки в свою службу. Кроме того, хочу предложить тебе броню из моей личной коллекции. Носи ее с гордостью, рыцарь.
Ну-ка покажи. О, Т-60С идеала туловище. Уменьшение расхода очков в действии ВАЦ на 10%. Модели Б, окраска рыцаря, братство стали, сборка ядра, стандартная обшивка туловища. И в чем она именно идеальная, я не знаю, ну ладно. 302, 207, 300, но в целом показатели хорошие. Возьмем. Капитан Келс. Черный пилот. Итак, у тебя была возможность смотреть Паридвин. Что скажешь, рыцарь? Внушительный корабль. Да, истинный шедевр инженерного искусства. Лучших умов братства ушло 2 года на проектирование и 2 раза дольше на строительство. Это время потрачено не зря. Именно. Предвин позволяет нам мобилизировать всю нашу дивизию, отправив ее туда, куда решит старейшина Мэксон. Присутствие этого корабля в Содружестве обеспечит нам победу в войне с Институтом. У врага нет шансов. Точно подмечено, солдат. Надеюсь, прогулка по Предвину помогла тебе понять, как у нас тут что заведено. Чем лучше ты узнаешь корабль и экипаж, тем больше у тебя шансов выжить в братстве. Чувак, я один твое братство пронесу все полностью. И снова добро пожаловать на мостик, солдер. Дай мне знать, когда захочешь дать еще одно задание. Вот, я как раз по этому поводу. Всегда приятно помочь. Прекрасно. Оруженосец знает координаты и ждет тебя внизу. Надеюсь, ты ей покажешь, на что способно братство. Подавая пример, покажу. Пример подам уж, будь в этом уверен. Можешь в этом не сомневаться. Но для начала можно, пожалуйста, на палубу мне на главную подняться. И надо бы быстренько там впарить торговцу вашему местному всякий хламчик. Ну и ну, говорит, не думал, что я снова тебя увижу. Брэндис, где ты? Где ты, старина? Подожди, где тут Брэндис? Паладин Данс? Послушник братства? Паладин Брэндис, вот, нифига тебе не узнать. Ну и ну, я-то думал, когда же снова тебя увижу? Добро пожаловать домой, паладин. Рад вас слышать, хоть от кого-то. Послушай, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Хочу дать тебе свое старое оружие, и оно спасало меня все эти годы. Может, и тебе поможет? Особый комплект для выживания. Чем меньше у вас здоровья, тем больше урон. Любопытно, конечно, но пожалуй, нет. Ты уверен? Да, я не хочу жить в прошлом. Больше не хочу. Я до сих пор не уверен, что у меня есть место. Слишком долго я был в изоляции. Быть может, я просто уже не горжусь для братства. Но я постараюсь привыкнуть. Ради тебя и своего отряда. Спасибо за второй шанс. Тебе спасибо, старина, за пушку. Рад тебя видеть, реально рад. С возвращением. Чё, говорит, тебе угодно? Мне угодно, блин, пойти и продаться. Кейт, иди сюда, родная. Давай-ка сразу, чтобы когда около не ходить. Ну это. Ну, собственно, и все. Прошу прощения, Проктор Тигрин. Ты с этой фермой точно справишься. Да, не сомневайся. Так, бабки у тебя есть, поэтому все в порядке. Забирай. Вот это 37, а сколько у меня мой? 34, смотри-ка, у меня даже вот лучше получается есть, нифига. Он, правда, гораздо менее скорострельный, но если его прокачать, то тогда пока оставим. Криамина забирай. Вот эту хурму тоже забирай. Осколочную мину. Особый комплект для выживания. Да бери ты его нафиг, мне он нужен. У меня он мастерин стреляет 26. Там, правда, был 25, и урон больше, чем у меня меньше здоровья, но по топку, ладно. Так, это все оставь, пожалуйста. Вот эту фигню. 32 аж даже урон. Любопытно. Тоже с батареями стреляет. Блин, вот тут любопытно. Ядерная мина. Так. Боеприпасы, пожалуйста.
маловато, маловато. Так, ладно, оружие понятно. Одежда, давай смотреть, теперь здесь по одежде у нас много всего есть интересного. Это пока оставим. Это давай продадим. Это, к сожалению, блин, конечно, очень крутая у нас броня. Ну ладно, фиг с ним, тоже продадим. Забирай. Ну и в принципе-то и все. Осталось только какой-нибудь хлам впарить. У меня его не так много, поэтому даже не знаю. На тебе вот это вот дерьмо. Забери. Даром не нужна. Она психа. Тоже не употребляю психа винтно. Да и по сути-то все. Больше тебе дать-то и нечего. Центр света разве что еще. Ядерколу. Боеприпасы можно какие-нибудь продать, в принципе, которыми не пользуемся. Например, калибр 38 у меня слишком много уже. Да, как где-нибудь. Сколько там нужно? Где-то примерно 60. Вот так. Тютелька в тютельку, мать его. Ладно, хоть немножко от перегруза избавились. Ну, теперь погнали дальше по заданию братства. Они, в принципе, реально интересны у этого черного капитана. И он за каждое задание еще наградует неплохую. Какую-нибудь там броню или какую-нибудь пушечку. Поэтому почему бы и нет? Давай посмотрим. Что у нас там будет дальше интересного? Нет, благо, есть того краснокрыса на палочке. Бедолага. Сочувствую. Рад тараканов ешь. Они и сытнее, и полезнее. Так, ладно. Приплыли, короче. Кстати, вот. Вот оно еще. Господи, сколько в братстве наркоты? Это ж просто забей. Вы же вроде как армия настоящая, блин, и на наркотики на первом шагу у вас валяется. Как-то это нифига неправильно. Ладно. Погнали к послушнику или послушнице, который будет нас сопровождать. И которой мы должны показать пример. Где-то там родной или родная. Девочка, отлично. Не понимаю, почему все не выходят на зачистку этих выродков. Что за задание? Стандартная исследовательская группа, сэр. Я собираю данные, а вы следите за тем, чтобы нас никто не убил. Подожди, подожди. А, скриптор. Не, потом. Скриптор нафиг. А где девочка-то куда побежала? Вот она. Здравствуй, солнышко. Могу приступить к заданию, сэр. Далеко от меня не ходи, и все будет нормально. Есть, сэр. Координаты отмечены у вас на карте, сэр. Пиварня Гвинет провести зачистку. Слушай, ты такая маленькая, реально. Ты уверена, что... Что-то того стоит, а? Блин. Ну ладно. Подадим пример. Что делать? А, не были мы в пиварне еще. Ну хорошо, тогда пойдем от... За... А, тоже не были. Это от Клевера, хотя бы от этого четырехлистника. Рыбзавода. Там-то мы были. Там, я помню, были внутри супермутанта, а еще, по-моему, там была лаборатория по производству наркотиков. Вроде как. Так, ты здесь? Нам оруженосцам очень редко разрешать участвовать в бою. Только с моей не откиньте, пожалуйста, потому что слышала, там вот уже... Как бы так-то, если что, и гули, и мутанты. В общем, добро пожаловать на пустошь, родная. Кто вы здесь? Твою мать! Ох, жесть какая, ёперный театр! Надеюсь, девочка выжила. Просто такой пример подаем, прям офигительный, тут же. С первого задания. Считай, что у вас получится, говорит сэр. Беги, глупая, беги!
Спасай свою жизнь! Спасай, я задержу их! Ох, тут еще комары, ну здравствуй! Зараженный гнус. Классно! Всегда мечтал. Патроны кончились, конечно. До свидания. Ублюдки чертовы. Кто там еще опять гули? Обожаю этот ствол. Просто обожаю. Это ты сделал очень зря. Скажу тебе честно. Это была твоя роковая ошибка, сынок. Пять гнус. Нет, у меня... Черт, хп. Хп-то вообще нет. Офигеть. Рыцарь не то, что пример показал. Рыцарь умер просто на этой миссии. Твою же мать. А это было жестко. Даже очень, по-моему. Офигеть. Нет слов, одни эмоции. Так, ладненько. Здравствуй, рыженосец братства. Поверь мне, тебе это понравится, миссия. Это будет веселая такая простая прогулка в парке. Погода сегодня как раз хорошая, погуляем с тобой. До отмеченных на карте координат вернемся обратно. Ничего не будет страшного, не бойся. Почти. Жесть, ладно, пошли. Ай, промах. Где камикадзе? Да какого? Что происходит? Мать твою. Ай, жесть. Ладно, еще раз. Сейчас все будет. Надо, главное, поставить какие-нибудь осколочные, либо какие-нибудь молотовые. Что-нибудь подобное. Так, предметы, оружие. Поехали. Что у меня там есть? Импульсное нет, криогенное нет. Осколочное. Просто трэш какой-то. Who's there? It's I am. Так, спокойно, родовой. Без лишних движений. Ну, предположим. ХП, да ставь ты быстрее паузу, господи ты, боже мой. Отъехал. Фу, перезарядим. Неужели ты убила? О! Слышу шум винтокрыла. Жаль, что помещение мне он не поможет. Хорошо вошло. И добавочка приехала. Не, ну камикадзе, конечно, парни жесткие. Супермутанты камикадзе. Это просто вообще забей. Вот так, девочка, смотри, короче, учись. Что там, кто там? На, дикие гули. Вот такая здесь происходит обычно хурма. Там она здесь жива еще, кстати говоря. Потому что как-то я тебя потерял из виду. Немножко. О, гнусы побежали. Тут все как обычно, гнус валится с гулями. Он улетел, но обещал вернуться, мать его.
Ох, тут радиация, конечно. Не, начало гнус. Гур не так страшен, как гнус. Не убил. Да мать вашу. Спасибо. Спасибо, сэр. Кем бы ты ни был. От души. Фух. Жесть какая. Что творится? Господи, боже мой. Пора мясо отбивное гонщик кушать, как оно там называется. Отбивные из гонщи мутанты, вот. Они есть такие от радиации. Хоть как-то меня спасает. Девочка-то где? Кейт, а где? Где ребенок? О, жива, жива. Слышу ее голос, вижу. Отлично. Фух, слава богу. А нам как раз в ту сторону и нужно было, кстати. Ладно, пошли потихоньку. Ну, это, конечно, жесть вообще нереальная какая-то. Поэтому даже дойти не успели до координат, тут уже такая заваруха. Тут тебе и гули, и гнусы, и мутанты, и камикадзе, и гончие, и все, что вообще кого хочешь. Все, что пожелаешь твоим услугам. И чё? Ну, надеюсь, девчонки вы... Ах ты, мать твою! Ну, тебя тут не хватало еще, ну. Патроны. Фу, мать твою. Чёртовы болотники. Ну-ка, ну давай ты. Не хочет. Чё, кстати, только что рвануло? Объясните мне, пожалуйста, девчонки. Девчурки. Какого хрена? Ладно, неважно. Все, значит, вот так запомни, рыженосец. Настоящий рыцарь братства Стали ничего не боится. Твердо следует намеченной цели, несмотря ни на что. Никакие болотники и камикадзе его не остановят. Разве что болотник смертолап, возможно, кстати говоря. Так, ладно, спокойно. Оружие. Далее. Гибельный. Ой, какой он. Ой, какой он милый. Бум! Прямо тебе в морду в твою. И добавочка. Жаль, что уже без крита. И патроны кончились. Отлично. Вообще очень своевременно. Не-не-не, родной, да помогите мне! Спасибо за помощь, ублюдки. Машина рванет. Слишком много взрывов для одного маленького ребенка из одной серии. Это вообще просто забей. Фу. Так, ладно, спокойно. Надо дыхание перевести и сохраниться не забыть. Фу. Тут тоже мутантские эти мешочки. Куда мы хоть там идем-то? А, пивоварня, точно. Япона, мать. Ядеркола вишневая, ядеркола прекрасно. Болотники. Замечательно. Болотники подождут. Начало, запертый шкафчик. Херня какая-то, могу вообще ничего не брать. В итоге зачем-то взял ножницы. Ну ладно, был надеюсь, пригодятся в хозяйстве. Вот так, запоминай, пастушник. Нужно... Настоящий рыцарь всегда умеет пользоваться отмычкой. Ты куда? Кто-то, говорит, нас преследует. Ты чё? Идиот. Ка. Или всё-таки ты мальчик? Просто набритый на волосы, я не могу понять. Ну, здравствуйте. Ну, вообще охерительно, конечно. Чё за прикол? Откуда он тут взялся? Ой, пацанчик, извини, я хотел яичко застрелить. Кстати, ХП.
У вас получится, сэр. Да что такое-то? Так, отставить, послушник. Стой, сволочь, рядом. Ни шагу назад и ни шагу вперед без моего, без моей команды. Ты понял? Кейт, стой на входе, не пускай его, не упускай. Да, я терминал взломаю, в конце концов. Фьюз. Сходство 0. Сун. Сходство 1. Лонг. Сходство 0. Сун. Салт. Если у посетителей нет билетов, пожалуйста, сообщите им, что билеты можно приобрести у хостес в ресторане. Всех посетителей, прибывших ранее, чем за 10 минут до начала экскурсии, просите потратить на улице. Экскурсии по крылу ремесел. Предводит прошедшее обучение хостес каждые полчаса в зависимости от обстоятельств. Экскурсия по крылу ремесел включает дегустацию различных сортов напитков. Стоимость экскурсии по крылу ремесел 59 баксов, мать его. С 12 до 8 вечера. Экскурсии по пивоварне. По ремеселу проводит прошедшее обучение хостес, скажи, полчаса объяснять, бла-бла-бла. Также 59. То же самое вообще абсолютно написано одинаковое. Понял. Очень интересный терминал. Заряды плазмы, кстати говоря. А там уже эти болотники сволочные пытаются вломиться на них, как и мне, да? Но у них пока ничего не получается, потому что замки открывать не умеют. Ладно, друзья, на этом месте предлагаю это закончить, а в следующей серии, собственно, отсюда уже отправиться мочить болотников. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. А для вас играл и комментировал Валдай, это была игра Fallout 4 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.